У Гомеля кіраўніцтва спецыялізаванага прадпрыемства інвалідаў па зроку «Святлатэхніка» падняла пытанне аб парушэнні нормаў безбар'ернага асяроддзя для невідушых людзей. Гаворка ідзе пра змяненне інфраструктуры для прадпрыемства і дома маласямейнага тыпу, у якім пражываюць татальна сляпыя і інваліды па зроку. Справа ў тым, што ў межах інвестпраекта па будаўніцтве гіпермаркета на скрыжаванні вуліц Савецкая і Яфрэмава прадугледжана пашырэнне праезнай часткі, перанос прыпыначнага пункта гар-электратранспарту і скразны праезд для тэхналагічнага транспарту. Новая інфраструктура можа стаць небяспечнай для невідушых людзей. Падрабязнасці сітуацыі ў рэпартажы Наталля Капрыленка. Ну вот, соответственно, вот сейчас как раз идёт процесс сборки сидений, и тут же параллельно грузятся автомобили. У цахах прадпрыемства зараз гарачая пара. Рыхтуюць вялікі заказ трыбуны для стадыёна ў Петрікаве. Чакае работа і па кантракце на 132 тысячы рублёў для будучай лыжыролернай трасы ў Гомелі. Дырэктар запрашае ў другі цэх. Там працуюць татальна сляпыя людзі, выконваюць заказ рэчыцкага метызнага завода. Праца ёсць для ўсіх. Хоць і не на поўную стаўку. Не праводзіць скарачэнні татальна сляпых работнікаў прынцыповая пазіцыя кіраўніцтва. Сергій Раманюк спадзяецца, чым так, убачыўшы рэальных людзей, якія жывуць насуперак лёсу, годна працуюць, будзе лягчэй уявіць праблему, з якой яны рызыкуюць сутыкнуцца. Как настроение вообще у людей вот в бывшем общежитии? Вот расскажите, вообще как независимые у нас эксперты. Ну, настроение великолепное. Хотелось бы, чтобы лучше было, но имеем то, что имеем. А то, что строится вот торговый центр рядышком, какое-то неудобство будет, как вы считаете? Ну да, немножко неудобства есть у нас. То, что они машины там ставят не в положенном месте. А так, хорошо, когда магазин есть поблизости, для инвалидов это великолепно. А так, у нас тут практически нет магазинов. То есть, с одной стороны, хорошо, что магазин, да. С другой стороны, нужно, да. Чтобы что? Ну, чтобы они хотя бы знали, где парковаться. Меркаванне, што буйны гандлёвы цэнтр у гэтым раёне проста неабходны, падзяляе большая частка калектыву. Гэта не толькі спажывецкая пазіцыя. Вядома, што ўжо зараз гандлёвы аб'ект рыхтуецца да адкрыцця і падае аб'явы аб вакансіях. Інваліды з некрытычнымі парушэннямі зроку, занятыя на святлатэхніцы на няпоўную стаўку, могуць знайсці і працу побач з домам. Аднак у першую чаргу кожны за бяспеку. Вот человек идет условно вот держать за поручень, да, абсолютно правильно? Верно. Угу. Да. Он проходит прямо вот до остановки, я правильно понимаю? Да, абсолютно верно. Значит, то есть специализированными поручнями желтого цвета для тотально незрячих. Гэтую 100-метроўку на прадпрыемстве называюць дарогай жыцця. Невідушчыя людзі вось так рухаюцца штодзень. Яны трымаюцца за поручень, каб дабрацца ад дома да прахадной або прыпынку транспарту. Жоўты колер – апошні колер спектру, якія могуць адрозніваць людзі са слабым зрокам. Таму гэта самы важны арыенцір у жыцці 145 гамельчан. Дарэчы, у калектыве святлатэхнікі 112 чалавек не бачыць зусім. На адаптацыю да новай інфраструктуры маладым інвалідам па зроку спатрэбіцца многа месяцаў. Невядушчым сталага ўзросту без дапамогі не абысціся. Так лічыць старшыня Гомельскай абласной арганізацыі Беларускага таварыства інвалідаў па зроку. Ён працуе ў гэтым жа жылым доме. Перед тем, как, допустим, человеку прийти на предприятие работать, мы прежде всего осваиваем ситуацию. То есть как он должен идти, как он должен ощутить. Фактически тренировка такая, да? Да, да. То есть называется это пространство ориентирования. Невідушчых супрацоўнікаў, якія самастойна дабіраюцца на работу з іншых раёнаў на грамадскім транспарце, хутчэй за ўсё цяпер прыйдзецца сустракаць і праводзіць да прахадной. Тым, хто жыве ў маласямейцы, лягчэй. 71 кватэры 42 паспелі аформіць ва ўласнасць. Астатнія, хто жадае пакінуць службовае жыллё за сабой, зараз выплачваюць узносы за прыватызацыю. Для тых, хто вырашыў замацавацца такім чынам і жыць побач з прадпрыемствам, наладжанае безбар'ернае асяроддзе не зменіцца. Вот нашему элементу безбарьерной среды здесь дорога доходить не будет. Тут будут инвалиды, он сохранится, эти элементы. Они как шли сюда, к своему жилому дому, так и будут проходить без вопросов. Речь идет только вот о
смещение остановочного пункта и организации правильной безбарьерной среды, и чтобы все-таки передумали, как говорится, и убрали отсюда заезд. То, что будовля гипермаркета может значно поуплывать на уклад життя неведущих, на светлотехнице зрозумели зусім нядаўна, коли уздовж Советской стали проводить земельные работы. Были чутки про перенос припынку и скоростный проезд для транспорту. Предприемство накировало лист у городское ЖКХ, просило растлумачить, что станет с безбарьерным осяроддем. Высветлилось, что будовництво гипермаркета инвестор выконывая по проекте, затверженным еще 9 годов тому. У его межах на сам речь запланировано изменение инфраструктуры, але с выполнением усих нормов безбарьерного осяроддя. Однако скоростному проезду на шляху от проходной светлотехники до нового припыночного пункта быть. Предусмотрено, что у нас незначительное перемещение остановочного пункта, что не повлияет никаким образом на жизнь до города. Проект прошел все согласования во всех инстанциях города, поэтому мы отклониться от согласования никаким образом не можем. Поэтому я считаю, что люди будут довольны и будет все хорошо. Керавництво подрядной организации, якая ведет будовлю гипермаркета и контролюет изменение инфраструктуры, запросили до себя директора светлотехники. Будовники заверили, обовязково выполнят все потребования для безопасного руху. Яны упэўнены, непоразумения возникли за недостатковой информованности и формального громадского обмеркования инвестпроекта. Зараз Гомель рыхтуется до будовництва еще 2 буйных гандлёвых объектов. Гипермаркет на месте рынку привокзальный и ресторан хуткого харчавання ля универмага Гомель. Магчыма, на этом прикладе можно загадзя обмерковать проблемные моменты и позбегнуть непростой адаптации жыхароў до новой забудовы областного центра. Наталья Каприленко, Андрей Иванов, телерадиокомпания Гомель.